Итак, всем привет, с вами Дубгай, мы продолжаем играть в Коко, Европа Универсалис, за Восточную Римскую Империю. Теперь остается всего немножко до Римской Империи. Захватывать здесь, здесь и здесь чуть-чуть, так что, да, действительно немного. Так что, если вы еще вдруг не подписаны, обязательно подписывайтесь, а мы же постараемся максимум сделать в этой серии. Ну, если уж не получится, тогда, конечно, добьем следующий. Поехали. Решил я нормально позаниматься ТКшками своими. У меня сразу появилось плюс 2 торговца. Раскидал их здесь, везде, раскидал их побольше здесь. Ну, еще продолжу и плюс начну дальше инвестировать в домики торговой компании. Получим еще больше денег. Я думаю, экономического гегемона получим. Будет это очень нам полезно. Да, вот видите, сразу плюс 40 монеток. И да, мы можем стать экономическим гегемоном. И самого важного. Просто потому, что мы уже гегемон. Мы получаем минус в Рекзос, что супер сильно. 9, дев кост, точнее, 5 это такое себе. Манпауэр тоже такое себе. Ну, потом еще будем получать 25 гузов, что очень сильно. И минус автономия это тоже очень сильно. И capacity 20 тоже достаточно сильно, что все приятно нам. А вот еще одного торговца получили из Эфиопии. Господи, 17 торговцев, да, почему бы и да. Ой, Австрия еще решила реконквеста напасть на Францию. А в общем, я как будто даже и не против. Пускай воюют, но мне это не очень интересно. Мне интересно лишь самому съесть быстрее Австрию. И да, пока мы парим все это, получаем все новые материалы для закуривания. Еще я обнаружил, что у меня Казань крадет вот здесь вот монеты и крадет вот здесь вот монеты. Таким образом, неприятно, да. Ну, и вот отсюда, то есть с трех ТК, трех точнее торговых центрах, торговых нодов, да, он немножко крадет деньги. В итоге, да, это приличная сумма. А значит, давайте-ка это разберемся с этими мужиками. Бы нет. Ну и от Астрии я беру то, что нам нужно для Римской империи, плюс, наверное, деньги. И то, что мы, в принципе, есть по клаям. Вот это уже не нужно было, но бы нет, и можно уже мириться, чтобы быстрее корить и быстрее есть дальше. Мы не ждем, мы нападаем сразу на Бургундию и будем нападать на других членов бывшей Римской, Священной Римской империи. Как бы, ну это, грубо говоря, тягательство на наше настоящее название Римскую империю. И да, как я и говорил, не останавливаемся. Сейчас сразу на этих ребят нападем, сразу дальше туда нападем, поедем. И здесь с Казанью, если им не везет на осаду, мы взяли у них столицу, но нужно взять, конечно, еще армию разбить и досаждать ее всю. Она бегает этим стаком, у меня есть только одна армия. Не очень удобно. Но нормально, догоним. Ой, нам предлагают получить себе бастард за 3.65, я, блин, не против, статы неплохие. И Британия решила поднасрать, по-другому это не назвать, и сделала союз с Швейцарией, Бразилией, ну конечно, они будут союзничать с теми, кого я собираюсь пилить. Молодцы. В любом случае, мы это немножко обойдем, напав на союзника Швейцарии, съев Швейцарию просто без галочки. Тут-то страшно будет. И смех смехом, а ребята реально решили собраться в коалицию, а на кого они вообще рассчитывают? Хороший вопрос. Может, на Речь Посполитую? Давайте, если вдруг да, довнем ее, чтобы и с ней было перемирие. Да, у них немножко набрали мы агрессивки. И да, мы теперь воюем против неплохой части Европы, но потихоньку Европа будет просто становиться меньше. Будет лишь Византия, а именно Восточная Римская империя, а именно Римская империя, конечно. Причем с Речи Посполитой мне достаточно будет просто на белый мир замириться. Я боюсь с ним только для того, чтобы у меня было перемирие. Страны не рассчитывали на них, когда вступали в коалицию. Таким образом, коалиции бы не было. Видите, они, в общем-то, и не продолжают вступать. Что мы и хотели. А еще, наверное, лучше отношения с Данией и Свиджой, чтобы получить союзы. Чтобы, в общем-то, были те самые союзники, которые нам немножко будут помогать с агрой. А, вот кто еще без перемирия остался. Это Бразилия. Окей, это теперь некоторый смысл имеет. Помириться с поляками, как я и говорил. Нужно только ради перемирия. Перемирие до 58 года, 10 лет. Достаточно нормально. После некоторых боев, достаточно долгих, миримся. Здесь вот получаем все дополнительные территории и будем продолжать так со всеми остальными странами. И вот мы имеем еще побольше территорий, а теперь, как я и говорил, нам бы обзавестись дополнительными союзами. У нас еще
3, возможно. Надо все 3 слота на самом деле и потратить. Союзники, как я и говорил, уменьшали шанс того, что люди захотят вступать в коалиции. Сам по себе факт коалиции нас никак не настораживает. Но то, что туда вступают, да, это действительно однозначно мешает. Поэтому, да, нам нужно импровить отношения с Данией, и мы, в принципе, с ними, я думаю, тоже сможем подружиться. О, тем более, что они воюют, кстати говоря, за Британию, которая технически, блин, в ревала только не лезет, увы. Но тоже как бы наш противник. Поэтому у нас сейчас небольшая передышечка, восстановим мужиков. После чего нужно, чтобы коалиция развалилась, и мы доедим, по крайней мере, вот эти, я думаю, страны. Чтобы у нас немножко все по коалициям стало попроще. Хотелось бы еще и тут уже что-то сделать, но это я еще не знаю, посмотрим. И пока я тут искал союзы, слушайте, знаете, кто еще нашелся? А почему не сделать союз Килды? Конечно, ее можно было бы просто съесть, но... Но почему нет? У них 100 тысяч. У них единственное, конечно, наверное, институтов не очень. Но техи у них актуальные. Тысяч у них 100 людей. Экономика у них есть. В принципе, как союзник для сдерживания коалиции, почему нет? А еще был другой любопытный момент. Тут же есть Бразилия, а у Бразилии есть союз с Британией. И пока у меня все еще перемирие с Испанией, нужно воспользоваться моментом и нужно разобраться с Британией. Параллельно, конечно же, разобравшись с Бразилией. Я думаю, лучше момента не будет. Сюда мы, конечно, бить войну не можем, но сюда? Почему нет? Это, конечно, не захват по священной войне, что было бы намного лучше. Но, в принципе, за какой-нибудь Корнвал объявить войну, да. Действительно, почему бы нет? Мы таким образом тагрим Бразилию из коалиции, если она выйдет из коалиции. А таким образом, ну, очевидно, коалиция не будет призываться. Она в итоге выйдет из-за перемирия, вся коалиция распадется, и мы сможем все докрасить как надо. Видите, именно Бразилию, к сожалению, я не усмотрел. Ну, потому что немножко неожиданно, что португальская Бразилия все это получит и станет топ два державы, да. Потом наш флот едет за вот этой армией сюда. Будем сейчас потихоньку перевозить войска в Британию. Конечно же, будем сейчас заниматься и здесь, в Португалии и Бразилии. Однозначно. И да, война будет не самая простая, потому что высадиться в Британию будет не супер просто. Но флот там не слишком большой. Мануфактуры появились не у нас, но, господи, как же близко. Ну, не повезло. Тут шансы были... Очень высокие, но такие, я бы сказал, очень высокие для абсолютного рандома. Вот так у нас усаживаются первые мужики. И сразу после этого поедем мы за вторыми. Им нужно обязательно давать подкрепление. Потому что иначе мы никак не сможем еще их сюда привезти. Только вот так вот. По земле туда никто не пройдет. Нужно быть максимально аккуратным здесь. И так, как я сказал, сразу вести подкрепление. Вот так, первые мужики уже из подкрепления доставлены. Что меня не может не радовать. Давайте сразу повезем еще вот этих. А эти ребята пускай идут на укрепление уже. От Восточной Фризии мы будем требовать разрыва союза, репарации и, да, конверсии в православных. Потому что мне очень выгодно, что православных становилось больше, чтобы я получил больше бафа от того, что я защитник лица православных. И вот мы сюда уже притащили большую часть нашей армии и успешно осаждаем их. Так что, да, все у нас очень неплохо. Думаю, Британия пойдет достаточно быстро, а здесь мы уже вообще закончили. Ладно, взяли, пора начинать какие-то битвы. Только, конечно, в идеале не на минуса. Хотя, здесь нету генерала, нету очень много чего. Мы заходим через крепость. Это не самая идеальная схема, но нормально. Нас просто больше, мы просто сильнее. Параллельно начинаем выставку в Бразилию, потому что я хочу забрать все вот это в Бразилии. Да, без галочки. Но... А чего нет? Ну да, здесь мы, конечно, побеждаем, хоть и с потерями, неприятными, однозначно. Но нас это не слишком волнует, мы сейчас просто пойдем и доберемся всю Британию. Ой, я смотрю, у меня сказали ивент «Захвачен британский флагман», я не понял где, а это здесь. Британия попыталась нас перехватить и жидко обосралась. Неудивительно. Хотя что-то мне подсказывает, что я могу захватить достаточно провинции, так что это мы отменяем. Пойдемся на просто Португалию, поэтому надо как-то набить форскор на просто Португалию. Повестка проходит шикарно, вайтнули мы пару раз армии, но в целом просто сиджим, пока Британия ничего не делает в страхе. И здесь тоже была одна казуальная битва, но ничего серьезного. Ой, у меня парик получил еще на гуцы перк, это приятно, конечно.
И мне нужно ускоряться, у меня 3 года, чтобы завершить войну, чтобы вовремя успеть объявить войну Испании снова, а потом снова Франции. Причем должно произойти одновременно и та война, что не очень приятно, но таковы у нас ситуация. Я заметил, вот что, британцы аж высадились вот здесь, смотрите, насколько они офигели. Надо вернуть флот и разбить их там. Что пока что я докрашиваю Бразилию, чтобы замириться на Португалию. Ой, смотрите-ка, бразильская Австралия напала на Бразилию за независимость. В Бразилии была Австралия, жесть. Я надеюсь, что она подразвалится, было бы действительно неплохо. И вот мы замирились уже с Бразилией и... Смотрите, просто моментально вылетают ребята из коалиции. Кто бы мог подумать. Теперь можно замириться из Британии, но от Британии нам нужно что? Территория, я думал, а есть ли нам смысл не делать вот так? И я как-то посчитал, что да нет. Мы эту Британию съедаем за сколько? За... Я посчитал Францию за вроде за 3 войны. Но это было еще то. Британию мы съедим за тоже 2,5 войны, но по факту нам нужно 2 войны, чтобы... Все нам нужные территории, по крайней мере, получить. Можем сразу институт принять. Денег у нас, ну, примерно бесконечность в данный момент уже. Это все корим. Тут внутренние провинции не докорятся, ну ладно. Эти армии выводим и, наверное, оставим лишь небольшой здесь гарнизон. Остальное все выведем сюда и будем готовиться к войне с Испанией. Ну, конечно, бразильские войска тоже надо вывести. Бразильский мальчик, как говорится, нуждается в эвакуации. Есть информация, что ему угрожает некая... Усатая бубна, но информация еще не подтверждена. И трусы утратили срок годности, можем нападать. Войска наши еще не до конца, я бы сказал, на местах, но нельзя медлить. И начинаем мы с Испании. Давайте-ка сразу сюда, потому что она чуть более такая большая. Конечно, по деву как будто нет, армия вроде меньше, но тем не менее это всякие марионетки и всякое говно. Так что да. Второго Испании, сразу через месяц нападем на Францию. Я по ощущению, так как люди все еще выходили из коалиции, коалиция теперь не существует, Франция не считается достаточно серьезной для начала коалиции, а значит можно не спешить, а ну как бы в идеале напасть одновременно, тоже сейчас нападем мы на них, хотя да, они участвуют в войне против Бразилии, но доведем все-таки войска. Ну и наконец-таки мы открыли тот самый греческий огонь. Это заняло очень-очень много времени. Кстати, это точно 23 deficiency. И да, наши доходы просто в космос какой-то улетают. Так как я вижу, что война с Испанией уже близка к завершению, пора сразу же нападать на Францию. Кстати, можно еще позвать ребят, но я думаю, и без них справимся. Они все-таки у меня здесь в первую очередь против коалиции. И после некоторых битв начинаем просто потихоньку оккупировать Францию. Испании, видимо, все будет намного дольше. Потому что у них куча колоний, которые, кстати говоря, все еще не поднимают свое желание независимости, что грустно для нас. Но я думаю, мы можем как-то на это в теории повлиять. У нас есть шпионы в Испании, нужно лишь, чтобы было побольше шпионская сеть наша. И тогда мы сможем в теории агитировать колонии на независимость. Я очень не понял, как вот здесь вот оказались французы, но допустим. И да, мы воюем больше, чем с Францией, потому что Франция внезапно вся на земле вот здесь вот. А значит, мы можем спокойно ее быстро просто пробить по крепостям. А с Испанией все тяжелее, но ничего. В принципе, мне кажется, нам этих 2 войн может и хватить, потому что... Не, ну вы видите, сколько мы съедаем. Просто потому что у нас дичайшие бафы на паркост и админ-эффективность у нас очень огромная. И да, Франция готова мириться, все эти территории нам подходят для Римской империи, поэтому просто их забираем. Там кто-то чуть-чуть побухтит, но ха, какое нам дело, случились, бухтит. Ну и да, все-таки, наверное, придется продать еще одно перемирие. Этого не хватит, что мы доедем еще Британии, доедем еще здесь провинции. Но все-таки, наверное, мне их немножко не хватит. Ну посмотрим сейчас. Испанию надо как-то будет добивать, сейчас придумаем. И страны начали вступать в коалицию, языковые заречья посполиты. Или из-за того, что мы все еще воюем с Испанией, наверное, второе. Из Бразилии у нас опять нет, у нас все еще есть перемирие, да. Неужели из-за Речи Посполитой ребята так обиделись? Давайте разберемся, нападем на Австрию, там сразу за них зайдет, видите, Речь Посполита. И мы призываем тут, что мы хотели съесть. То есть как раз-таки давайте вот так лучше, потому что не все здесь
понятно, что у нас есть клаймы. Нам нужно священный римский империи. Но вот это все нужно. Окей. Так что объявляем войну. Идем наша армия просто сразу сюда же. И здесь сейчас подъедим еще ребят. Ну и я смог наконец-таки справиться с испанцами. Пришлось повысаживаться в разные здесь места. Но ничего суперсложного. Так или иначе, мы забираем себе большую часть Испании. Испания становится теперь ультрамаленьким анклавом в Иберии. В нашей теперь Иберии. Можем вот этот флот наконец вернуть. Эту армию тоже. И здесь тоже все достаточно просто. Сейчас доаннексируем все, что нам нужно здесь по клаймам. Сюда тоже сходим. После чего будем смотреть, что нам еще вообще нужно. На то самое Roman Empire. И слушайте, как будто совсем чуть-чуть. Мы вот-вот в шаге просто уже. Более того, мы же сделали вот этот вот квест, который дает нам традиции в милпоинты, допустим. Все, что можно получим. Получим еще сверху милпоинты. И еще мораль лота и престиж, что приятно. И остается лишь, да, сделать последний финальный квест на саму Римскую империю. Остальные квесты, по-моему, у нас... Вот это еще надо сделать, это додеваться. Мы это тоже сделаем. Но, как я и говорил, пока мы это не делаем, чтобы не сломать себе казус белли захват. И я тут, конечно же, немножко парфы сливал, но в целом мы все равно держимся на хорошем уровне, потому что у нас просто... Просто огромный прирост манпауэр уже. И даже начинаем уже аннексировать этих ребят. Блин, только что были согласны, теперь не согласны. Бывает же такое в жизни. Ну, и нужно замириться с этими ребятами, просто чтобы было перемирие. Я все надеялся, что от Испании начнут отваливаться мужики, но нет. Слушайте, все еще как будто нормально себя чувствует Испания. Ну, потому что она имеет от них проценты форс-лимитов, я так понимаю, плюс какие-то, наверное, деньги. Но забавно. А, еще потому что у них инфлюенс, это немножко тоже им помогает. И вымериваем Польшу теперь. Я подумал про Австрию, нам тут больше ничего не нужно из союзников, можно мириться полностью Австрию. Давайте просто забудем, что такое вообще существовало. Австрия не настоящая страна, я считаю. Единственное, что мне немножко не нравится, что Дания тоже захочет вступить в коалицию. Но она уже там. Кому какое дело? Австрия никогда не существовала. It was all just a myth. И благодаря нашим некоторым махинациям мы успешно наимпровали отношения с Данией. Сейчас я с ней смогу союз сделать. Теория. Потому что я, конечно, могу напасть просто на такую коалицию. Я все равно смогу победить. Она не сильная. Но мерзко, мерзко воевать с этим. Абсолютно мерзко. То есть большая часть коалиции, тут это Бразилия, конечно же. И вот это тоже надо было доесть, на самом деле, по-красивому, как говорится. Но уже не доели. И, товарищи, я нашел, как убрать Бразилию из коалиции и таким образом развалить коалицию. Мы просто должны съесть Эфиопию. Что на самом деле невероятно просто, так что мы сейчас туда и отправимся. А еще, давайте, наверное, все-таки уже нажмем эти кнопки. Потому что я, знаете, что подумал? Во-первых, мы получим все жесткий баф защитника лица. Определенно. А во-вторых, если здесь будет больше православных, то больше стран, собственно говоря, не будут иметь проблемы с тем, что мы захватываем католиков. Так или иначе, кнопки мы нажали, панику папства мы выключили для ребят, и мы теперь имеем эту кнопочку. Можем все силы миссионеров и толерантность повысить. Еще минус стаб-кост. Господи, у нас стаб-кост просто какой-то невероятно страшный уже. Давайте просто глянем. Типа, там где-то минус 80-минус 90. Жесть, короче. Но при этом, даже не знаю, наверное, я возьму себе либо первую, либо последнюю. Вообще, наверное, первую, да. Толерантность нам всегда очень сильна. Посмотрите, здесь 15 толерантности. То есть, если в провинции прокает самый ивент на 15 анреста, нам плевать, у нас минус 30 анреста. Конечно, оверстейшн будет побольше, но все равно у нас даже под этими ивентами ничего не прокает. Только в самые-самые новые территории. Кстати, вот это я не должен был делать ТКшкой. А, или это, наверное, по ивенту законвертилось. Потом, вообще, так как у нас здесь все еще перемирие, давайте уже объявим войну, чтобы, в общем-то, ускорить немножко этот процесс весь. А, да, видите, Бразилия призовется, но коалиция, про Бразилии стоит, нет. В этом вся наша идея. Ой, я нашел, что еще можно подобузить. Тоже объявляем войну Адалу, забираем еще Аден, забираем еще Фунжи, и темриды из коалиции тоже вываливаются. Это все меня более чем устраивает.
А еще у нас есть финальная реформа, и тут какой у нас выбор есть. Deep skill, нет, потери стабильности и менять фокус можно, неинтересно, free политика. Более-менее интересно, есть админ эффективность и макс абсолютизм. Наверное, это мы и возьмем. Конечно, приятно, наверное, было бы что-то здесь взять, но у нас ничего слишком сильного нет, у нас билд немножко не про это был. Поэтому берем просто сюда, админ эффективность всегда приятно, и абсолютизм позволяет нам что сделать? Правильно. Мы можем взять теперь еще дополнительно какие-нибудь здесь привилегии. Поэтому я, наверное, определенно возьму себе плюс мужиков вот отсюда. Во-первых, это забустит им инфлюенс и поднимет мне еще восстановление мужиков. Во-вторых, это просто плюс мужики, что всегда приятно. Вообще, наверное, так я бы примерно и оставил. Можно было бы взять еще админ очко, но у меня и так хватает. У нас будет небольшой запас, чтобы если вдруг у нас что-то упало, у нас все равно было бы сотка. И тут тоже все доедаем, чтобы эти ребята потом ничего с коалициями тут не делали. И, в принципе, чтобы границы были чуть поприятнее. Нужно внимательно здесь смотреть. У нас в 71 октября пройдет перемирие. К этому моменту мы должны закончить войну с Бразилией. Значит, что? Значит, сейчас жестко фокусируемся именно на ней. Хотя надо понимать, что если мы объявим войну, пока мы отдельно воюем с Бразилией, то она сюда не зайдет, что нас тоже кое-как устроит. И как же приятно видеть ивент, который тебе просто дает 27 тысяч патов. Ну, неудивительно, у нас где 300 доход. И нападаю на Махру, чтобы съесть и Махру, и Транслаксане. Таким образом, две последние страны здесь, которые на меня вообще имели какую-то агру. Ну, точнее, да, на которые немножко обижены были, ну, знаете, бывает иногда. Таким образом, я думаю, коалиция должна распасться полностью и уже никогда не собраться снова. Итак, Британию мы, конечно же, словили. И да, призываем Киллу, потому что, как показывает практика, это очень хороший союзник. Она в Африке всякие колонии захватывает. И отправляемся в Британию. Ой, у нас здесь Россия тоже есть. Россия тоже нам поможет. Это хорошие новости. Я просто здесь, видите, крепости старые, поэтому они берутся очень быстро. Но я уже заказал апгрейды. А вот мы и ад присоединяем. Упрощаем чуть-чуть ситуацию. Плюс, кстати говоря, еще деньги получаем, но на это уже плевать. Вот и у тимуридов. Забираем две провинции. Тибет я, очевидно, забирать не пойду, и вассалить я их тоже не пойду. И ладно, не смогли мы замириться на то, чтобы они провали союзы. Да просто игнорируем их, верно? И да, миримся с Эфиопией на полную аннексацию. И, кстати, так как они согласны на все, потому что они уже полностью проиграли, то мы можем взять и бразильские территории just for fun. Ну, кстати, можно было бы на Вики взять, но, наверное, я просто вот здесь вот возьму дополнительные. Бы нет. И я потратил 50 тысяч, что у нас были, на кучу мануфактур и универов. Эта война закончена. Арабский полуостров полностью наш, аравийский. Точно. И да, коалиция, как я и говорил, сейчас будет разваливаться. Плюс у нас должна Британия также. После Британии вообще не останется ничего там. Ну и между делом, я думаю, можно подъесть еще вот здесь вот, ребят. Ну и меряемся за Британией, получаем от нее неплохую часть здесь территории. Я бы даже, наверное, так отменил. Я сначала думал, что там мне передастся, но нет. Если не мне, то тем более зачем? Да, это меня более чем устроит. Говорится, верстаж — это просто число, потому что лично нам плевать, если что-то у нас минус 15 получает Энреста. А то, что новое захватываем, и так взорвется. И мы и так его сможем подавить, без разницы. Хотя я начал чувствовать, что у нас внезапно админки маловато. А это потому, что у меня стоит здесь не пятый человек с админкой. Это я просмотрел момент. Мне нужен на минус анрест с админкой пятого левела. У меня здесь вот третий, и у меня фокус пора бы переставить. И смотрим за перемирие с Францией. 2 года у нас на него. И Россия зовет нас против Речи Посполитой. Ну, я могу на это сказать. Ладно, придется. Мы не останавливаемся. Здесь мы закончили. Швейцарию присоединяем, но это только, как говорится, начало. Сейчас будет февраль, надо будет объявлять войну Франции, правильно, я объявил войну Гессену, он тоже в наших клаймах, и там же будет Кёльн и потом Брабант. Поэтому да, не медлим, сразу нападаем. О, и мы замерили нас с Богемией, но территории мы никакие от нее не получили. Это грустно. А еще у меня проклял ивент, который дал мне минус 140 тысяч мэнпауэра. Да, когда у тебя большие доходы и мужиков большие переросты, ивенты как позитивные дают много, так и негативные отнимают все. Скажите, лишь что? Все еще в войне с Богемией. А, я понял, они зашли через своего союзника вот сюда. Окей. Мы заново их осаждаем. Ладно.
Вообще, в теории можно было бы наделать ТК из всего вот этого, что я позахватывал, там. Ну, уже и так нет смысла. Тут, наверное, доход можно удвоить, чуть ли не. Меряемся с Гесеном, но только на то, что нам нужно. Больше нам не нужно. Можем пойти сразу, кстати говоря, в Кёльн. А, потому что, да. Кёльн, кстати говоря... А, у нас еще не дали... Окей, надо обновить, чтобы КБ. Ой, мы наконец-таки получаем новые идеи. Ну и да, я думаю, это офенс, потому что... Кроме него нам особо ничего и, в принципе, не надо уже. Ну и наконец я дозаждал. Очень пришлось много осаждать, потому что, видимо, там колонии. Ну и плюс Малакка, наверное, варскор немножко намешивает. И, товарищи, оно настало, я полагаю. Дальше там ребята справятся сами. У нас здесь Римская империя ждет создания. И вот оно. Рим становится нашей новой столицей. Мы становимся Римской империей. Культура... Роман у нас теперь, Праймари. Все выходит из Священной Римской империи, ее уже нету. Империя есть у нас, так, престиж, допустим. Роман Эмпайр, новая реформа. Механики у нас парламент, паранойя и империя. То есть у нас, кстати говоря, там не нужна другая реформа на паранойя, допустим. Реформа дает минус стоимость смены культуры, админ эффективность, абсолютизм. Минус время стоимости культуры. И мы получаем новые традиции и амбиции. Давайте. Так, у нас там, да, с реформами что-то проходит. У нас новых миссий не появляется, как я полагаю. Мы, конечно же, выполняем вот эту миссию. Прекрасно. И на этом абсолютно все миссии Византии готовы. Тут же у нас новые идеи. Деса, легитимность и manpower. Очень солидно. Еще минус unrest, дипломатическая репутация, стабильность. 15 force limit, 10 комбатки. 20 production efficiency. Таксы, еще админ эффективность и core creation именно сепаратизм. Господи, идеи действительно хорошие. Жаль только, что партия наша заканчивается, потому что, ну, объективно говоря, делать нам больше в ней нечего. Если очень-очень-очень сильно захотеть, это в теории можно было бы превратить в World Conquest. Но мы к этому и не шли, поэтому у нас к этому ничего и не готово. Римскую империю можно было бы тоже стать, наверное, лет на 100 раньше, может, на 150. В любом случае, ребят, с вами был Добгей. Обязательно подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Пишите в комментариях, во что бы их мне поиграть. В Европке, может быть, не в Европке. Потому что, как вы могли заметить, у нас тут пошел разный контент. И Виктория была, наверное, будет снова Виктория. Так что да, подписка, лайк, комментарий. И до скорой встречи, ребят, всем пока.